Здание Кубинской школы номер 2 имени Героя Советского Союза Василия Безбородова было построено в 1968 году и уже долгое время требовало реконструкции. К тому же район разрастался, количество жителей увеличивалось, и в учебном учреждении, рассчитанном на 550 мест, обучались почти 1000 детей. После проведенного капремонта школа будет отвечать самым современным стандартам, и места здесь хватит всем. Одно крыло будет четко посвящено инновационному проекту «Точки роста», что соответствует образовательным стандартам. Здесь будут отдельный кабинет для обучающихся с ОВЗ. Также будут кабинеты для изобразительного искусства, для музыкального искусства. Здесь же будет танцевальный зал. То есть все будет современным. Ход ремонта проинспектировал глава округа Андрей Иванов. На данный момент на объекте идет демонтаж кровли, вывоз и утилизация строительных отходов, грунтовка стен третьего этажа. На площадке задействованы 54 человека. К работам здесь приступили в начале марта, а до этого школьников временно перевели в Акуловское отделение. Да, правда, есть неудобство, что дети некоторые обучаются в две смены, но мы все понимаем, ради чего. Мы очень ждем, когда капитальный ремонт закончится, и что 1 сентября дети вернутся в свои родные стены. По контракту все работы должны быть завершены в августе, чтобы 1 сентября учебное заведение открыло свои двери для ребят. Помимо капитального ремонта здания, здесь благоустроят прилегающую территорию и расширят пространство для уличных мероприятий. Для проведения торжественных линеек вот именно этой территории не хватало, чтобы все дети могли построиться на торжественные мероприятия. По проекту будет сделан плац для того, чтобы могли строиться дети, могли здесь присутствовать на торжественных линейках и родители этих обучающихся. Будет модернизирована спортивная площадка, которая будет тоже соответствовать современному стандарту. Капитальный ремонт проводят в рамках президентского проекта «Образование». В прошлом году по этой программе была приведена в порядок Введенская школа. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».